Чебоксарах прошел первый фестиваль художественного слова «Как безграничная щедрость языка». На лингвистическом празднике побывала и наша съемочная группа. Научные сотрудники, преподаватели, чтецы. Этот фестиваль собрал всех неравнодушных к русскому языку. Студенты СУЗов и педагоги показывали мастерство владения пером и художественным словом в четырех различных мероприятиях. Научно-практической конференции, конкурсе видеопрезентации, художественной самодеятельности и конкурсе чтецов. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает. Последние листы с ноги своих ветвей вдохнул осенний хлад. Дорога промерзает, журча еще бежит, за мельницу ручей. Этот отрывок мне очень нравится тем, что его слова вдохновляют меня. Он очень душевный. И вообще осень – это такая пора, то, что стихотворение обычно пишется в одиночестве. И вот Пушкин сумел передать это чувство. Мне нравится участвовать в конкурсах, проявлять себя творчески, знакомиться с новыми интересными людьми. В этом году фестиваль посвящен году литературы и дню рождения классика золотого века русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Он проводится в Чувашии впервые. До этого проходили только конкурсы. Фестиваль – это всегда это более красиво, это всегда более содержательно, и в фестивале всегда больше места для творчества. Для молодежи это важно. Почему? Потому что посредством языка они познают другие культуры, у них прививается уважение к другим культурам, и они становятся богаче, нравственнее. И общество наше хорошо консолидируется. Участники фестиваля вновь встретятся в следующем году. Теперь праздник языка и слова станет регулярным. Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям людей, которые любят и ценят родной язык, станет больше. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.